Слушайте, я пришла из магазина. На улице красота. Пасмурно, конечно, вот не хватает солнышка реально. Но прямо тепло, хорошо. Лужа, правда, по колено еще. Как бы прям целое моря и океана. Ну, по крайней мере, по тротуар-то можно пройтись. А вот машина уже ездит, знаете, ну прям осторожненько. Ну ладно, суть не в этом. В общем, сходила в Ашан и в Спар. В Ашан и в Спар купила продуктов. Сейчас с вами посмотрим, что же я накупила. Так, ну салфетки. Салфетки вещь нужная. Без них, ну как бы никуда, да? Затем я купила брокколи. У меня там полпачки. Цетоном каким-то пахнет. Только мне кажется. В общем, брокколи. Полпачки у меня есть, но я собираюсь сварить суп-пюре чисто из брокколи. Без кабачков, без всего. Вот чисто из брокколи, и полпачки мне не хватит. Вот прикупила еще пачечку. Брокколи у нас тут. Затем купила чуть-чуть мелких креветок. Чуть-чуть прям, потому что я хочу приготовить мусс из авокадо. И вот, ну, чисто для украшения. Чутарик. Значит, креветки. Киви для фруктового салата. Для фруктового салата. Надо так красивенько все уложить, да? Так. Яички. Они у меня целые. Так. Яички. Целые. Яйца опять что-то начали расти. Уже 72 рубля. Офигеть, да. Чуть-чуть грибов. Шампиньонов я купила. Я, знаете, я покупаю продукты. Вот, ну, то есть у меня есть составленное меню. Я уже, исходя из этого меню, покупаю, ну, определенное количество продуктов. Можно, конечно, купить этот лоток, да, с шампиньонами. Там было по акции. Но, блин, ну, а куда мне целый лоток? То есть вот я одно блюдо приготовила, и стоят они у меня. Их либо надо срочно использовать, либо, блин, они испортятся. Конечно, может заморозить, но когда их разморозить, это надо умудряться, либо их порезать аккуратненько, чтобы потом уже, ну, на сковородку кидать. Если целиком заморозишь, они же, ну, такие в кашу превращаются. Ну, короче, беру по чуть-чуть шампиньоны. Шампиньоны. Лимончики для моего чудо-напитка. Лимоны. Помидорки черри по 89 рублей. Цена хорошая. Надо брать. Вот этот пакет мне, конечно, не очень нравится. Но мы сейчас их чем-нибудь прикроем. Так, креветки тут. Это черри. Затем взяла соевый соус. Моего сан-бонсая нет. Взяла вот легкий, тоже естественного брожения, но здесь немножечко вот по составу консервант есть. Ну, блин, ну что делать? Из двух зол нужно выбирать меньшее. А я планирую курицу жарить. Мне очень понравилось мариновать ее в соевом соусе со специями, потому что она очень хорошая получается. Вот. Соевый соус, значит. Потом сыр натертый взяла. Так, что, худой, что ли, я не помню? Что тут? Мне показалось. В общем, сыр. Огурчик. Огурчик такой хороший. На самом деле, я пока огурцы и помидоры не очень хорошо ем. Ну вот черри еще уходят. А вот помидоры я на прошлой неделе покупала, у меня две так и остались. Пока они как бы не очень вкусные, но вроде бы похрустеть чем-то хочется, да, такой вот свежести какой-то. Так, взяла еще моцарелку. Буду делать салат, и она вот, ну, мелкая. Маленькие шарики, без лактозы. Это хорошо. Здесь есть только молоко высшего сорта, ферменты Мауро Кассаж. Кассашелька. Как-то так странно написано.
коса по-английски, но по-латински, да, или как это называется, а эша русская. Непонятно. Водяга, что ли, какая? А, касали. Касали. Касали номер 3 и соль. Нет лимонной кислоты, нет пальмового масла, нет консервантов и нет глютена, а? Ну чудо. Чудо-чудное. Диво-дивное. В общем, салат у меня пойдет моцарелка. Бананы взяла, но бананы какие-то это полузеленые. Зато по 48 рублей. Это нонсенс. Банан по 48 рублей. В Ашане я ниже 70 банан не видела. И причем и в Спаре у нас тоже сколько? 68, наверное. По 48 хватит взяла. Какая Анюта молодец. Две груши взяла. Но это все пойдет на фруктовый салат. И взяла два грейпфрута. Я тоже взяла. Так. Первый пакетик все. Дальше второй пакет у нас. Йогурт Теос я взяла. Теос. Мусс для авокадо. Из авокадо буду делать с йогуртом. Грецкие орехи. Тоже фруктовый салат пойдет у меня. Затем я взяла ананас. Ананас. Я, конечно, не умею их выбирать, эти ананасы. Вроде как он должен пахнуть. Ни хрена не пахнет. Извиняюсь за французский, но, наверное, какая-то херня. Ну ладно. Так, купила салат. Смотрите, какой красивый. Как он называется? Трио. Красно-зеленый листовой. Прям такой шикарный, да? Красивенький салатик. Вот. Меня совсем не видно. Вот так вот, красотища, красота. Затем я взяла две копченые паприки. У меня, конечно, еще целую упаковку я только начала и взяла две, потому что они по акции под 29 рублей были. А так они стоят 50 где-то. Взяла пакеты. Ну, такие обычные. Это продукты заворачивать там или еще что-нибудь, да. Взяла сырки карат. Из одного я сделаю суп-пюре, а другое мне сейчас, знаете, нравится делать этот яичный блин. Кетчупом его мажешь, сырочек туда, ну, как бы, этими слайсами кладешь и заворачиваешь. И очень вкусно получается. Мне так нравится. Но эти уже без акции. До этого они продавались по акции, а сейчас уже без акции. Пакеты взяла. Эко. Биопакеты для мусора. Период распада 3 года, особо разлагающаяся пленка и полимерный рециклинг. Инновационная технология. Так что вот, заботимся о природе. Потом взяла... Блин, я надеюсь, я их не раздавила. Взяла Активию натуральную. А для чего я ее взяла? А, для этого, для... фруктового салата. Что-то у меня уже голова не соображает. Надо кушать быстрее. Время-то 16:00. Так-то. А ела я во сколько? 7:30. Ну, 8 максимум. Что-то, Анют, непорядок. Блин. Хочу это пригубить маленько, а то есть хочется. Хорошо. А с голодухи, как говорится, юксу сладкий. Так, Активия. Активия. Затем я взяла миндальное молоко.
Напиток миндальный, обогащенный кальцием и витаминами. В общем, хочу попробовать кофе с миндальным молоком. Может быть, в скором времени я и от молочки откажусь. Но это не точно. Это не точно. Как-то вот от сладкого, от мучного я еще представляю. А вот от молочки, то есть ни сыра, ни сливок, ни сметаны, ни йогуртов. Пока я не могу себе это представить, но может быть вот сливки и молоко заменю все-таки либо на кокосовое, либо на миндальное молоко. Надо попробовать, как это вообще. Вкусно, невкусно, я ни разу не пробовала. И купила еще это, захотелось мне, перепелиных яичек. Представляете? Тоже в салатик. Буду делать салаты. Буду делать салаты с перепелиными яичками. 20 штук вот здесь вот. Такая вот Анюта. Молодец. И самое главное. Так, давайте по ценам, да, пробежимся. В общем, Теос натуральный брала в спаре. Значит, цена по карте 27 рублей у натурального. Грецкие орехи... 799 рублей за килограмм. То есть они у меня где-то вышли, вот этот вот маленький кулечек, где-то рублей на 60. Рублей на 60 где-то вышло. Вот. И еще в спаре я взяла стаканчики. Стаканчики. Слушайте, такие классные они, если честно. Давайте посмотрим. По ценам потом пробежимся. Смотрите, кайф. Слушайте, вообще классные. Они 380 миллилитров на 380. Вообще удобно в руке держать. Вот у меня было из этого, из фикс-прайса. Он, конечно, он либо на 500 миллилитров, либо на 600 вообще. А вот, большеват, большеват. А это прям вот, ну, самое то. Вот я такие и хотела, если честно. Из фикс-прайса мне не нравилось, что стекло цветное как-то дешево выглядит. А эти, это просто идеальные бокалы. Салат упал от восторга, он в ахере. Он такой красоты никогда не видел. Слушайте, это идеальные стаканы. Просто идеальные. За 200 рублей. Раз. Не разбить бы. Раз. И два. Бля, это божественно. Это потрясающе. Это потрясающе. Это лучшая покупка бокалов. Слушайте, очень классно. Мне очень нравится. Толстое дно. Они еще такие, это как будто бы... Как будто бы неравномерное дно. Неровное. Или это просто отсвечивает? Хз. Мне кажется, когда нальешь его, вот будет более заметно, что они как бы так немножечко скошенные. В общем, шикарные. Шикарные бокалы, я в восторге. Класс. Мне очень нравится. Шикарно. Шикарно. А вот пиалочки, что-то мне, я их посмотрела, как-то не очень. Но я еще посмотрю. Может быть, вместо пиалок я все-таки бокалы для вина возьму. Хотя вино я не пью. Ну, пусть будут, да? А вдруг? Ну, пусть будут бокалы, потому что шикарные тоже. Так, ну что, пробежимся по ценам, да, потратила я, значит, 300 рублей в спаре, 200 рублей бокалы, и на 100 рублей я купила орехи и йогурт. Так, и в Ашане я потратила 1516 рублей, вот такие вот дела. Значит, что у нас здесь, бананы на 38 рублей у меня вышли. Грейпфрута, 2 грейпфрута на 70 рублей. Они, кстати, в Ашане по 89,90. Да, бананы 48,49. Дальше груши. Груши 129 рублей. На 41 рубль у меня 2 груши вышли. Ананас тоже по 129 рублей. На 158 рублей вышел. Салат 109 рублей. Огурцы 139. Один огурец на 35 рублей. Один огурец на 35 рублей.
Так, соевый соус 47 рублей, томаты черри 89,90, сыр тертый 105 рублей. Значит, куриные яйца и перепелиные по одной цене по 72 рубля. Прикиньте. Лимоны 129 рублей у меня на 45 рублей вышло. Шампиньоны 249 рублей у меня на 47. Брокколи 63 рубля. Так, киви 119 у меня на 28 рублей. Креветки 413 на 44 рубля у меня креветки. Так, салфетки 17 рублей, моцарелла 110. Так, это молоко миндальное маленькое 62 рубля. Активе 51 рубль. Пакеты для мусора 44. Для заморозки пакеты 17 рублей. Значит, сырки каратовские по 36 рублей. Паприка по 29 рублей. Вот, итого 1516 рублей. Ну, короче, 1800 как с куста. Вот, двух магазинов на 1800. А по факту, я практически ничего и не купила. Но вот реально, вот этих фруктов я купила. Что я еще? Ну а что? Вот салат 100 рублей. 100 рублей, на 100 рублей. Ну, конечно, так по сотке-то и наберется, да? Тут 100, там 150, тут 100, там 150, тут 60, тут 50, и вот тебе и 1500. Ни о чем вообще. Сейчас сходить в магазин, минимум полторашка. Минимум полторашка. Это вот я одна. Питаюсь как-то непонятно, да, у меня все какие-то заскоки, то я это исключила, то я то исключила. Мясо я не брала, и сладости никаких не брала. Молочки я, ну, как бы ничего не взяла. А если вот семья, это же и мануться можно. Мануться можно, вот реально. Цены адские, конские просто, даже не адские, а конские. Я в шоке. Я в шоке, если честно. Ну ладно, ну ладно. Куда деваться, да? Куда деваться? Ой, в общем, все. Всем отличного денечка еще раз, да? Уже в утреннем видео говорила об этом. Ну, еще раз, всем отличного денечка, хорошего вечера. Всех люблю, целую, пух. Пошла готовить салат и буду снимать мукбанг. Все, всем пока-пока.